The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Всем привет, как меня слышно? Так, я читаю вопросы и ответы в чатике questions, поэтому пишите туда. Нет, меня должно быть слышно, но если экран виден, то меня слышно. Да. Просто у меня прямо сейчас подзавис GoToWebinar. Не обессудьте. Окей, тогда начнем. Получается, на прошлой неделе и на этой мы проходили два теста. Получается, по своей сути они достаточно близкие. Какие-то вопросы пересекаются, какие-то вопросы отличаются. То есть будем разбирать одновременно два теста, ну, то есть смотреть ответы в параллели сразу на оба. Окей. Ну что ж, начнем. Первая секция вопросов – это общие вопросы. Ну, с ней справились почти все. Тут все просто. Страница, веб-страница – это документ, написанный на HTML. Собственно, веб-сайт – это набор веб-страниц. Дальше. Что из перечисленного является и не является браузером? Да, на самом деле 20 человек написали ответ на вопрос, как в первом варианте, хотя они отличаются просто предлогом «не». То есть, какие браузеры мы знаем? Это Google Chrome, самый популярный браузер в мире, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari, UC браузер, какие-то Canary, Nightly и еще другие. Но в то же время у нас есть технологии, которые не являются браузерами, да, это React, Webpack, Angular, Docker, Vue и другие фреймворки. Дальше. Что является IP-адресом? Это уникальный числовой идентификатор компьютера в интернете. Что является клиентом? Это компьютер или программа, которая получает данные сервера. Вообще, ну, IP-адрес – это и в какой-то степени адрес веб-страницы в интернете, потому что мы можем по IP-шнику получить доступ к той или иной странице, просто забив IP-сервера и указав правильный путь. Таким образом, найдем страницу в интернете. Однако это именно числовой идентификатор, не адрес текстовый. Идем дальше. Какие протоколы у нас используются для передачи файлов, какие для веб-страниц? Тут все просто. Расшифровывая понятие протокола, мы понимаем, о чем, что он значит. То есть HTTP это гипертекст трансфер протокол, соответственно, для передачи гипертекста или страниц. FTP – это наш протокол для передачи файлов, файл-трансфер протокол. Другие форматы – SMTP, IMAP – используются для месседжинга, то есть для писем или месседжа, ERC – тоже для чатов и другие протоколы. Разберем запись HTTPS Google Buy.
В этой записи все просто. У нас вообще любое, любой URL, который мы забиваем, делится на типы, да? То есть он состоит из протокола HTTP или HTTPS, состоит из домена www.google.by и, соответственно, состоит из пути. То есть в данном случае запись HTTPS Google.by about index.html является полным путем, то есть адресом. HTTPS – это протокол. www – это поддомен. Google – это имя домена. Оно может быть разным. Кстати, встречаются такие поддомены, как nru, то есть когда указывается конкретный язык, на котором отображается веб-страница. Также домен верхнего уровня, первого уровня и другие названия. Это by. И относительный путь к файлу, то есть к странице, обозначается вот таким образом. В конце мы получаем страницу HTML. Окей. Это что касается общих вопросов. Идем дальше. HTML – это Hypertext Markup Language. Тут все просто. Да, пару пасхалочек можно было найти по ходу теста, типа отсылок к Илону Маску и других вещей. Окей. Здесь у нас идет правильное название доктайпа для HTML5. В общем, с HTML5 все доктайпы формата HTML называются просто доктайп HTML. Как правило, разработчики не используют запись доктайпа напрямую. И, в общем-то, ну, ты разучиваешься это писать, как только написал первую строчку. Больше, скорее всего, вы никогда с этим не столкнетесь, потому что если вы будете использовать продвинутый редактор, то, скорее всего, вы будете просто писать восклицательный знак, нажимаете Tab, и Emmet вам разворачивает полностью структуру HTML-страницы. Но, тем не менее, DuckType достаточно важная вещь, потому что если вам доведется работать с какими-то фреймворками, которые работают не с HTML, но с XML, соответственно, там будут приходить файлы с другим DuckType. Окей, да. На всякий случай расскажу, что в этой записи определяющим фактором был HTML5. На самом деле ошибка вот этой записи в том, что здесь стоит 4.0 и HTML5. Хотя на самом деле последнее доступное по ссылке DTT файл – это HTML4. Ну, то есть правильная запись в данном случае будет такой же, только HTML4, тогда будет формат HTML4. Окей. Как задать комментарий в HTML? Соответственно, таким способом через дескрипторы, то есть с восклицательным знаком. Извините. Далее. Каким способом подключается внешний файл CSS? В нашем случае это link src, но не совсем. То есть получается, у нас идет link, в нем идет rel с указанием того, что это stylesheet, ну, то есть файловый, стилевой файл, type text CSS и href style CSS. В принципе, вот этих двух обозначений не обязательно, то есть с HTML5 понимается запись просто href style CSS, и таким образом он будет понимать, что это стилевой файл, то есть такая запись избыточна, но тем не менее правильный путь указания – это href. Ни ref, ни src, ни какие-либо другие указатели. Окей. Да, здесь на самом деле тоже было достаточно много ошибок. Простите, пожалуйста, если я вас ввел в заблуждение, но здесь конкретно указан неправильный, во втором варианте неправильно указан формат файла, не CSS, а CCS. Дальше. Какие из утверждений верны по умолчанию? Тут правильных ответов несколько, но мы помним о том, что на самом деле блочные элементы занимают всю ширину экрана или радийского элемента, если не указанного противного. А строчные элементы, в свою очередь, занимают только величину контента. Причем, ну, имидж как строчный элемент тоже можно располагать внутри текстового дескриптора тега.
И тогда он будет занимать свою ширину изображения, если мы не будем задавать какие-либо ограничители с другой стороны. Блочные элементы всегда начинаются с новой строки. И также, чтобы валидацию проходил наш файл, мы не можем поместить блочный элемент внутрь строчного. То есть только строчный внутрь блочного, строчный в строчный. Ну и строчный в блочный можно. Почему так сделано? Потому что, как правило, то есть изначально, когда задумывалась такая структура, блочные элементы использовали для позиционирования, для расположения, для создания макета шаблона. А строчные использовались элементы для придания стилевых свойств самому коду. Хорошо. Давайте так попробуем, да. Так. Хорошо, мы можем это сделать. Да, давайте так. Идем перечислять ответы. То есть, еще раз. Что из перечисленного является браузером? И что не является браузером? Что называется клиентом? То, что получает данный сервер, IP-адрес. Так, для передачи файлов FTP, для передачи веб-страниц HTTP. Является именем домена Google, протоколом HTTPS. Соответственно, здесь у нас будет гипертекст. Hypertext Markup, не что-либо другое. Соответственно, Doctype HTML. Комменты. Еще раз возвращаемся к линкам. Окей. Еще раз. Какие утверждения верны? Верно то, что блочные элементы занимают всю ширину, строчные элементы занимают ширину контента, блочные начинаются с новой строки, код со строчными элементами внутри блочных пройдет, соответственно, с блочными внутри строчных нет. То же самое здесь. Строчные элементы смогут занимать лишь ширину контента. Блочные элементы начинаются с новой строки. Код со строчными элементами внутри блочных пройдет. Строчные элементы занимают нет. Нет. Дальше. Переходим к тегам. Какой самый большой и самый маленький? Соответственно, H1, H0 не существует. Здесь H6, H8 тоже не существует. С помощью какого тега задается нумерованный список? Нумерованный список или список упорядоченный называется OL. Список определения это DL Definition List, внутри которого есть как определение, так и описание. Какие здесь парные теги? Это form, div, section. Какие здесь парные теги? Это div, li. Все остальные одиночные. Дальше идем к одиночным тегам. Соответственно, это EMG Source. То есть внутри аудио и видео тегов есть тег Source, который указывает на путь к файлам или к нескольким файлам в зависимости от формата. Он одиночный. И input. Здесь одиночные это HR, EMG, VR, input. Дальше первый сложный вопрос. Внутри какого тега должен располагаться button submit, чтобы выполнять свою роль? Соответственно, внутри тега form. То есть, если button находится внутри формы,
то при нажатии форма сабмитится. Вот, срабатывает событие submit, которое можно определить в JS, да. Что касается из перечисленного отправить форму, то есть какие теги выполняют по сути роль button type submit. Изначально это был input type submit, потом в HTML5 появился тег button, тоже type submit, но кроме того, сам button по умолчанию выполняет роль сабмита. То есть если мы помещаем button внутрь формы, в первую очередь первая его цель добавления это submit. Поэтому правильный ответ – button в чистом виде. Внутри каких тегов должен располагаться fig caption? Если полагать, что одна страница – это один документ. Здесь имелось в виду, что страница начинается с тега HTML, внутри располагается head и body, а внутри body располагается то, что мы можем добавить на страницу. Соответственно, это figure. В данном случае fig caption может находиться внутри figure, внутри body, внутри HTML. Что касается legend, то здесь сама легенда может находиться только в field set, который находится в body, который находится в HTML. Окей. Ты видел в группе announcements, что из тестов по HTML CSS будет выбираться лучший. Да, это так. Не проблема пройти один тест. Да, на самом деле, то есть, если ты совсем плохо прошел первый, у тебя было время подготовиться и попробовать пройти второй раз, второй вариант. Но из двух тестов действительно засчитывается лучше. Идем дальше. Атрибуты. Какие правильно применить свойства для стиля background в HTML 5? До HTML 4 был у body такой атрибут, как bgColor, который определял цвет его заднего фона. К сожалению, такой, к счастью, такой атрибут канул в лету, и, соответственно, он больше не поддерживается. Поэтому единственным правильным способом задать инлайновый стиль в body или в любом другом теге это style, соответственно, с такой записью. В каких тегах дата-атрибуты указаны вверх? Верно. Здесь в чем смысл? То есть, если у нас дата-атрибуты, ну, во-первых, они всегда указываются через дефис. Во-вторых, если это одно значение, причем даже неважно, численное или в виде строки, но записанное без пробелов, то это будет воспринято как значение дата-атрибута. Поэтому даже если отсутствуют кавычки, это все равно правильный ответ. И в кавычках правильный ответ. Любая другая запись ошибочна. То есть дата в одно слово не имеется такого значения. Дата через пробел, соответственно, тоже не несет в себе никакой нагрузки, потому что это уже другой атрибут. То есть если стоит пробел, то, соответственно, атрибут другой. Здесь немножко сложнее, потому что запись через плюс, соответственно, тоже работает. В том случае, если мы записываем в двойных кавычках, да, если мы используем какой-либо шаблонизатор, например, запись через специальные консольные кавычки, то тогда это значение будет пересчитано. Но в таком виде это правильный ответ. То есть здесь будет ответов больше на единицу. Да? То есть все ответы, которые через дефис, они верны. Какая запись и ссылки является верной? Ну, здесь все просто, да? У нас есть ссылка, соответственно, она ведет на какую-то страницу. Если у нас линк подключается через href, то мы получаем к ней доступ по URL, который туда вписываем. Соответственно, чтобы у нас правильно работала наша ссылка, мы должны указать ее через href. Что является корректным на HTML для создания radio button и checkbox? Ну, соответственно, в каждом случае это input. В первом случае это input type radio, во втором это input type checkbox. Какая запись и имидж является верной и валидной? Это задание со звездочкой. Вот в чем дело. Когда мы пишем имидж, вообще, если мы правильно, уже хорошие разработчики и запиливаем новый элемент, то мы по умолчанию ставим image, нажимаем tab
и нам разворачивается вся структура имиджа. То есть он сразу добавляет SRC и сразу добавляет alt. Все сайты, хорошие сайты, имеют под каждым изображением альтернативный текст. Это делается для того, что если картинка не загрузится, соответственно, она будет иметь какое-то текстовое описание. Почему эта запись не является валидной? Все очень просто. У нас есть валидатор V3C, который был написан специально для того, чтобы проверять страницы HTML на валидность, то есть насколько хорошо написана страница. Что она нам говорит? Если мы положим туда просто имидж с SRC без альтернативного атрибута alt, то это будет ошибка. То есть он прямо ругается и говорит, что, ребята, неправильно, надо писать alt. И по-хорошему действительно надо. То есть везде всегда в alt добавляется текст. Даже если вы распаршиваете картинку, делаете их динамическое добавление, мы не забываем о том, что в alt должен попадать текст, хотя бы имя картинки, либо какое-то краткое описание, которое приходит вместе с ней, если это набор данных в виде JSON. Окей. То есть запоминаем, что image должен в себе содержать как source, так и alt. То есть правильный ответ alt image. В каких input placeholder задан правильно и видим? То есть помимо прочего, если мы напишем просто какой-то из атрибутов, это, по сути, не будет ошибкой. Просто на странице он никак не отобразится. Вот. Что касается placeholder в данном случае, то здесь у нас будет input type email. То есть у нас появляется в поле email placeholder. И type текст. Все остальные тайпы типа checkbox, радио, они не имеют placeholder как такового, потому что они не имеют поля ввода. Это делается, если мы хотим привязать какую-то надпись или пояснение, то мы делаем label. То же самое можно сделать и к другим инпутам, но если мы хотим именно placeholder на дефолтное значение, то мы задаем его в атрибуте placeholder. Здесь input placeholder то же самое. То есть у нас получается есть текст и email. Хорошо. Вопрос немножко посложнее, да? Что из перечисленного является корректной ссылкой на якорь? Что такое якорь? Якорь это, соответственно, какой-то элемент, который имеет ID, в данном случае example, на который мы можем сослаться. В таком случае наша страница перемотается, сразу проскролится до нужного элемента с ID. Как это работает? То есть, если у нас есть ID-шник, то он задан в одно слово. То есть, нельзя оставить пробелы. На этот ID-шник мы можем сослаться с помощью определителя хэштег, и тогда мы перейдем на то место страницы, где он определен. Если мы переходим на другую страницу, то мы попадаем на самый верх ее, то есть в нулевую позицию. Но если на странице, другой, на которую мы переходим, указан якорь, то мы, соответственно, сместимся к этому элементу, если он на странице задан. Вот. Поэтому здесь два ответа, то есть это href, example, через хэштег, и полная линка тоже с хэштег example. Да, то есть через пробел это невалидно, src тут неправильно, ну и, соответственно, просто переход на страницу, она является безякорной. Мой любимый вопрос по поводу таблиц. Да. Сколько ячеек в длину занимает последний в таблице элемент tr? Правильный ответ 3. То есть, несмотря на то, что у нас расположено два элемента, на самом деле таблица имеет ширину 3 элемента. То же самое является и для каждой из строчек. То есть, каждая строчка занимает ширину 3 элемента. Сколько физически существующих ячеек?
На самом деле, сколько ячеек задано, столько их и существует. Как это выглядит? Примерно таким образом. То есть у нас есть таблица, ячеек у нас как таковых 6, все остальное это пустые области, несуществующие. Но при этом, если я наведусь, я попробую определить какую-то из строк, то увижу, что сами строки занимают три ячейки. Что первая, что вторая, что третья. То есть, независимо от количества элементов, мы имеем ширину полную. То есть, строка таблицы тянется на всю ширину. Потому что у нас есть th, который позиционируется по дефолту по высоте и по ширине на центр. А TD, ну, сами элементы ячейки позиционируются, соответственно, лево. Скорее всего, эти стили переопределены, ну, то есть по умолчанию. Поэтому я вот даже могу показать, что TH на сайте JSFiddle определен как Initial Internal Center, и, соответственно, поэтому он находится по центру. TD не определен как Internal Center Text Align, поэтому он находится справа, слева. Вот. Ну, тут никакой загадки, то есть как вы их определите, так они будут. Не за что, не за что. Идем дальше. Сколько в таблице физически существующих ячеек? Соответственно, 6. Какие элементы относятся к табличным и располагаются внутри table? Тоже вопрос может показаться спорным, но на самом деле нет. В своей природе некоторые элементы не встречаются за пределами table. Чем это обусловлено? Тем, что сами эти элементы несут в себе ряд свойств, относящихся к табличным свойствам. Как то отступы, как то позиционирование, как то размеры, которые вписываются в ячейки, например. Таким образом, то есть имея под собой предопределенные свойства, именно относящиеся к таблице, они выполняют свою роль только тогда, когда располагаются внутри table. К таким тегам относятся caption, tr, td, tbody. Вообще, если взять структуру таблицы table, то внутри нее будет thead, может находиться thead, может находиться tfoot, да, может находиться tbody, ну точнее, да, thead и tbody. В них может находиться tr строчки, в них находится th и td. Все это можно обрамить caption, который будет выводить полностью описание таблицы. Ну, имеется в виду имя таблицы. Все остальное находится и, как правило, является с приставкой t. В данном случае не tfooter и th, td и caption. Окей. Переходим. Нижний TR занимает две ячейки. На самом деле, да. Тут важно понимать, что если TR описывает несколько ячеек, которые располагаются в... Если ты, если ячейки располагаются внутри TR, который начинается и заканчивается конкретно физическими ячейками, то да, это действительно так. Но если брать TR как элемент и попробовать его, например, потом описать, точнее не описать, а найти его ширину типа offset width, то скорее всего, ну то не скорее всего, а вообще computed величина у этого TR будет полностью занимать три ячейки. Вот. Имеется в виду даже не предполагаемое, а полностью описывающее значение вид с величиной. Окей.
Идем в CSS. CSS — это каскадные таблицы стилей, соответственно, Cascading Style Sheets. Если уже вы долго будете работать и подниметесь до уровня Senior, либо вы уже Senior, то, скорее всего, у вас было Celebrating Senior Search. Вот, но это не совсем подходит к нашему случаю. Как задать комментарии в CSS? Комментарий задается с помощью такой записи, то есть открывающая наклоны слэш, звездочка, звездочка, закрывающий слэш. Достаточно много ответов было коммент через две палочки, через два слэша, но на самом деле нет. Такой коммент доступен в JS, но не в CSS. Кто-то может сказать, что ну, я же писал такой комментарий, и это работало. Да, если вы используете препроцессоры, либо постпроцессоры, то там комментарии действительно могут записываться в таком случае, в таком виде. То есть, например, SAS понимает запись комментария через два слэша, но чистый нативный CSS нет. Да, два типа комментариев, комментов, но еще раз, в нативном CSS один. Еще раз, если мы это напишем в файле scss sass yes, то это будет работать. Если мы пишем в чистом CSS, то это комментарий через звездочку. Окей. Что из перечисленного является правильным синтаксисом? Ну, на самом деле здесь все просто. Вначале указывается селектор, открывается скобочка, внутри свойства и значение. То есть div colored в обоих случаях. Так, селекторы. Селекторы достаточно важная тема, потому что если мы работаем, например, с динамикой, то есть задаем значение сразу нескольким элементам, либо выбираем на странице динамические элементы, динамически выбираем на странице элементы, то, как правило, мы работаем со строкой, которая определяется через квадратные скобки. То есть то, что вы видите в CSS, это запись. Вот в таком виде, без квадратных скобок в основном. То, что вы видите на странице HTML, то это просто запись, соответственно, в необходимом атрибуте класса EID. То, что вы видите в JS, ну, вероятнее всего, это будет какое-то определение через квадратные скобки. Если брать фреймворки CSS типа Bootstrap, то, скорее всего, там тоже будут определители дополнительные через квадратные скобки. Окей. То есть в данном случае будет хэштег тест, ID тест. Вот. В принципе, что важно понимать, что данные элементы всегда будут находиться в body, поэтому body тест тоже прокатит. Как указать div с классом wrapper? Div с классом wrapper — это div.wrapper без пробелом, это уже будет другой элемент, и не факт, что div. Да? Что из перечисленного является псевдоэлементами? Разница между псевдоклассами и псевдоэлементами в том, что псевдоэлементы – это элементы, которые физически существуют на странице. То есть не может быть такого, что элемент записан, но при этом он не имеет под собой физического основания. Псевдоклассы могут. Псевдоклассы такие, как hover, focus или еще другие, они не определяют нового элемента, но при этом добавляют свойства, например, которые активируются при наведении, при фокусировке и так далее. Второй класс – это first child, only child, nth child, last child и любые другие определители, но при этом они физически не создают
никакого нового элемента. Это тоже относится к псевдоклассам. Таким образом, что является псевдоэлементами? Псевдоэлементами является after before, соответственно, after before. Но кроме того, есть еще определенные псевдоэлементы, такие как first letter, first line и некоторые другие. То есть, но они имеют именно отдельно выделенный элемент под собой. Псевдоклассы это only child, first child, hover, focus, если бы был. И все из этого списка. Не совсем понимаю вопрос с div класс, с классом wrapper. Тут имеется в виду именно div, имеющий класс wrapper. То есть не или div, или wrapper. Это какое-то заблуждение. Так, ладно. Дальше идем. Есть у нас структура. Well, span. Попробуем что-нибудь записать и посмотреть. Отлично. Есть у нас два спана. Каким элементом мы хотим выбрать и задать ему какое-то свойство, соответственно, OLESpan плюс span. Простое определение. Вот, тогда у нас выберется только второй элемент. Если мы, например, запишем в записи просто OLESpan, то, соответственно, выберутся все элементы span на первом уровне. Если мы запишем span, то выберутся все span. Если это span, такой записи не существует. И если OLE плюс span, то это span, идущий за ли. То есть, если мы берем первый элемент, то каждый последующий будет через span. Но тут надо быть аккуратнее, потому что вот эта запись определяет то, что будет выбран не второй, а каждый следующий, кроме первого. То есть, если у нас будет их больше, то, соответственно, они все будут выбраны. Но первый выбран не будет. Окей. Какими записи можно поменять background color у всех элементов H2 и только у них? Тут тоже достаточно все просто, но надо быть внимательным. У H2 это все элементы H2. Кроме того, все элементы H2 находятся по определению в body, поэтому body H2 тоже выберется H2. В данном случае H2 не могут быть выбраны, потому что они не соответствуют своим функциям. А звездочка выбирает вообще все элементы, и не только H2. Что касается P и только P, ну то же самое. То есть есть P и есть P. Если мы запишем его в таком виде body P, то выберутся не только P, но еще и body, что не есть good. Окей. Переходим к свойствам. Ну, все просто. Если мы хотим сделать шрифт жирным, мы используем определение font width bold. Если хотим сделать курсивом, то, соответственно, font style italic. Какое свойство определяет свойство заднего фона? Это background. Отступы между элементами – это margin. Свойство границ элемента – это border. Свойство отступа от контента до края элемента – это padding. Если через body h2, это не точка h2, это неправильно, потому что ну, определяется body с классом h2. Какой записи эквивалентно знаки значения font size 250%, соответственно, записи 2,5 m. То есть, что такое проценты? Проценты это относительная величина, которая будет отчитываться от величины родителя, либо от величины, которая задана по умолчанию.
То же самое касается иемов. Они работают таким же способом, что они берут значение от величины родителя и, соответственно, родительского элемента, где он определен. И таким образом 2,5 ем соответствует 250%. 1 ем это 100%, 50% это 0,5 ем. Дробить можно до мельчайших частей, по-моему, до 5 знаков после запятой, оно, в принципе, воспринимает. Дальше смысла нету, и, в принципе, вы вряд ли рассчитаете корректное отображение на разной ширине экрана. Какими способами можно записать общее свойство? В данном случае тоже у нас идет определение. То есть наши свойства отсчета начинаются с верха и по часовой стрелке. То есть margin, padding и border определяются с верхней точки по часовой стрелке. То есть идет топ, потом right, потом bottom, потом left. То есть топ 20 пикселей, соответственно, right 10 пикселей, bottom 5 пикселей, left 10 пикселей. Запись margin 20, 10, 5, 10 является верной. Но существуют и сокращенные записи, такие как 20, 10, 5, а значение 10 он возьмет, если не найдет четвертый в последовательности, оно возьмет второе. То же самое касается, если бы, например, было 20, 10, 20, 10, то тогда бы мы могли свернуть это до записи 20, 10. То же самое здесь. В изображениях. Какими способами можно задать свойство фона с картинкой? Тоже все просто. У нас есть background image, у которого есть путь URL. Только не src, не href, а конкретно URL. То есть background image. Но background image как под свойство background тоже будет распознано, поэтому background работает. Какие свойства скрывают элемент для пользователя? То есть его не видно на странице, даже если это не прямая его функция. Тут несколько вариантов. Непосредственно значение скрытия элемента, но при этом не удаление из потока, является visibility hidden. Помимо этого, мы можем задать полную прозрачность элементу с помощью opacity и убрать его со страницы физически, то есть убрать из потока, и то есть место под ним освобождается. Это display none. Overflow hidden скрывает контент, который выходит за границы элемента. А в данном случае background RGB делает нам прозрачность, потому что 0 альфа-канал, но только на задний фон. То, что находится в контенте на переднем плане, то есть, например, текст, будет виден. Какие из вариантов являются верной записью абсолютно белого цвета? Абсолютно белый цвет – это нотация от нуля. Ну, то есть наши цвета в формате RGB определяется от 0 до 255, не больше. То же самое касается и 16-ти записи через хэштег. Это определение от 0 до FF. Соответственно, F0 – это оттенок белого, это не полностью белый. Ну, то есть это уже переходит в разряд серого. То есть все, что не полная запись через нули или через F, это оттенки серого. Вот. Как мы можем сократить эту запись из 6 символов? Соответственно, это 3 символа. Что значит 3 символа? Это значит, что если у нас идет последовательность цифр, например, мы можем записать любое значение F00, то каждый из трех цифр или букв будет дополнен такой же автоматически. То есть компилятор понимает эту запись как двойная запись буквы или цифры и, соответственно, будет ее увеличивать. То есть FF в данном случае развернется 6F. Что касается записи абсолютно красного цвета, то же самое. То есть у нас есть значение F и все остальное идет через нули. То есть это не абсолютно, это абсолютно. Окей.
Какие здесь есть подвохи? Здесь есть подвох в том, что РГБА имеет альфа-канал, у которого по определению 0 это полная прозрачность. То есть здесь у нас единица была полная непрозрачность, 0 будет полностью прозрачно. То есть все равно, что мы запишем транспарент. Что касается РГБ, то здесь наоборот указано неправильно. Типа сначала 0, потом максимальное значение двух других. А предпоследний РГБ не может быть записан через 16-речную систему. То есть он записывается только числовыми значениями. Позиционирование. Какое свойство сдвигает элемент вправо при увеличении значения? При увеличении значения у нас сдвигает вправо свойство left. Почему? Потому что мы определяем, от какой стороны начинается отсчет. То есть, если нам нужно пододвинуть элемент вправо, то мы сдвигаем его с помощью left. На 10 пикселей, на 20 и так далее. Если мы пишем отрицательные значения, то, соответственно, он сдвигается влево. Если мы запишем right, то отсчет начнется с правой стороны. То есть, когда у нас идет, например, контент, который расположен абсолютно, либо блок расположен абсолютно, и мы прописываем к нему right, то он примкнет к правому краю элемента, который имеет на себе свойство position relative, либо неопределен тогда просто краю страницы. Но при увеличении значения вправо, именно right, будет элемент сдвигаться влево. Что касается float, то заставляет обтекать текст справа от себя, если float, то мы сдвинем его влево. Какое значение свойства position сдает фиксированное позиционирование? Это position fixed. Но давайте пока так. И какое значение свойства position задает статичное позиционирование, значение static. Что такое значение fixed? По сути, фиксированное значение позиционирования. Тут надо немножко дополнить, что фиксированное позиционирование относительно экрана. То есть, чтобы fixed был на экране постоянно, то оно должно быть задано через fixed. Когда мои коллеги решали этот тест, на fixed возник вопрос, потому что, в принципе, когда мы хотим задать фиксированное позиционирование и, например, переносить элемент фиксировано относительно скролла, например, страницы или еще каким-то образом, но в один прекрасный момент он перетекает из одной точки в другую, то есть относительно самого экрана, то тогда мы делаем как? Мы делаем position absolute, да, а уже в JS пересчитываем величину, относительно которой он должен находиться. Вот. Так вот, по определению, чтобы не заморачиваться на том, где у нас элемент расположен относительно самого экрана, придумали свойство fixed. И вот позиционирование фиксировано подразумевает под собой позиционирование фиксировано относительно экрана. В таком случае используется position fixed. Какие значения position удаляет элемент из потока? Это хороший вопрос. Действительно, какие position делают так, чтобы наш элемент, помимо того, что он мог сдвигаться с помощью left, right, top, bottom, еще оставлял под собой, ничего не оставлял под собой, то есть был вырван из потока как таковой. Это делается с помощью position absolute и position fixed. Да? По умолчанию у нас идет position static. То есть, если мы не задаем никакого позиционирования, то это position static. И, соответственно, на него не мо на элемент не распространяются свойства ни left, ни right. Что касается relative, хоть он и может быть сдвинут относительно точки, относительно верхнего левого угла, где он расположен, но при этом сам relative не убирает область, которая выделена под этот элемент. Она будет сдвинута, но не будет выпилена из потока. При каком значении position не работает свойство z-index?
При каком? При position static. То есть, чтобы наш z-индекс применялся, нам нужно сделать так, чтобы применялись и другие свойства, такие как left-right. Соответственно, чтобы наш элемент можно было сдвигать, либо сдвигать по оси x, либо по оси y, да, то есть мы умеем сдвигать по этим двум осям. Точно так же мы можем сдвигать и по третьей оси, оси z. Чтобы это случилось, мы должны изначально задать ему любое из трех позиционирований, кроме статика. Да, а соответственно, при каких значениях работает все, кроме статика. Вот. И тут самая интересная часть начинается. Вопросы, в которых надо просто подумать, либо знать ответ. Что касается первого варианта, то правильных ответов было дано меньше, чем во втором варианте. Немножко легче были вопросы во втором варианте. Давайте разберем каждое из утверждений отдельно. В первом случае, какие утверждения верны? MS-фильтр Grayscale не сработает в Internet Explorer 11. Действительно. Тут я даже дал подсказку в том, что MS-фильтр не сработает. И это, скажем так, само свойство фильтр Grayscale, оно не работает в E11. А MS-фильтр Grayscale такого свойства по определению нету. То есть, и оно не работает. Фильтр Grayscale работает вплоть до Internet Explorer 9, то есть это старая имплементация полупрозрачности, либо оттенка серого, то есть когда наш элемент затемняется, но при этом он затемняется полностью каким-то оттенком серого. Это свойство не работает в E11, не работает в E10, поэтому это верно. Что касается такой записи цвета, то есть помимо стандартных записей через хэш цвет в 16-ричном виде, либо RGB в виде от 0 до 255, точно так же палитру мы можем задавать и в формате HSL. Что она из себя представляет? По сути, это палитра, разлитая по контуру. То есть у нас есть контур, который определяет положение цвета. Положение цвета относительно градуса, то есть у нас идут значения от 0 до 360. И есть такие вещи, как saturation и lightness. То есть мы сдвигаем цвет еще относительно центральной точки, абсолютно черный цвет, к краю абсолютно белый цвет, и задаем ему еще величину яркости. Почему это абсолютно белый цвет? Потому что заданы все параметры в 0 и 100%. То есть мы можем сдвинуть относительно оси на любой угол, да, и тогда это будет все равно белый цвет, потому что неважно, какой градус задан, то же самое касается и черного цвета. Это будет точка черного цвета и окружность белого цвета. И альфа-канал, который задан в единицу, соответственно, эта запись правильная. То есть это полностью непрозрачный белый цвет. Насчет охотника это прикольно, да. Хотя сидит lightness. Когда-то на собеседованиях мы спрашивали, что такое, как сделать так, чтобы на странице все ссылки по умолчанию открывались на новой странице. Это можно сделать с помощью записи base target blank. То есть вообще атрибут target blank позволяет ссылкам открываться в новой странице, а не на текущей. Чтобы сделать это, переопределить это свойство у всех элементов A, то нужно в хеде задать такой тег, как base, и это будет одиночный тег, который позволяет любой ссылке по умолчанию открываться в новой вкладке. То есть определение правильное. Именно бланк с дэшем,
То есть, если мы запишем без Dash, это работать не будет. Вот, так принято. Если для абсолютно позиционированного элемента добавить write минус большое количество пикселей и при этом не задать overflow, то появится полоса прокрутки. Да, это действительно так. То есть, если мы выносим элемент и абсолютно его позиционируем куда-либо за пределы страницы, то появляется полоса прокрутки. Чтобы этого не случилось, нам нужно задать overflow, который будет обрезать страницу, и все, что выходит за ее пределы, соответственно, не будет влиять на полосу прокрутки. Зачем это нужно? Затем, что если вы открываете какую-нибудь страницу или сайт, где есть большой логотип, но при этом нету заголовка как один H1, то достаточно частое решение такого вопроса, чтобы поисковики могли по заголовку H1 искать тему, да, либо название сайта, то такой элемент сдвигали просто очень далеко, и никто, ну, не мог его видеть. Вот. Это сделано с помощью либо right, либо там left, либо еще как-нибудь margin с очень отрицательным числом. Вот. Но тем не менее, то есть, чтобы элемент присутствовал на странице в виде определенного тега H1, такая запись могла иметь место. Вот. Это формулировка правильная. То есть, если у нас нет overflow, то появляется полоса прокрутки. Добавляем overflow, полоса исчезает. Часто требуют для определения валидности формы, именно заполняемых полей, использовать какие-то валидационные вещи. То есть это могут быть либо валидаторы, которые написаны нами самими на JavaScript, могут быть уже готовые библиотеки валидации. Вот. Но кроме того, в HTML5 была внедрена система уже установленной валидации, которая срабатывает при указании required. То есть, если это, например, какой-нибудь чекбокс, то, соответственно, required будет требовать, чтобы чекбокс был отмечен, да. Если это текст, то, соответственно, type text, то, соответственно, required будет требовать, чтобы поле не оставалось пустым, а в случае email будет требовать, чтобы заполнился валидный email. Валидный email в случае нативного HTML это запись через собачку. Вот, то есть он будет требовать то, чтобы у вас было две текстовых записи до собачки и после собачки. Так что да, на самом деле таким способом можно пользоваться, и это будет корректная запись. Что касается второго варианта. Ну, то есть, да, в первом кто-то мог и на удачу ответить все пять вариантов, и это было бы правильно. Что касается второго варианта. У нас идут утверждения. И у DisplayFlex, и у DisplayGrid есть свойства, определяющие flow набора элементов. Это правильный ответ. У DisplayGrid есть Grid AutoFlow, у DisplayFlex есть FlexFlow, если я не ошибаюсь, либо просто flow, который определяет поведение набора элементов. Что это значит? Это значит, что если у нас есть сетка, которая разбита через Grid, либо через Flex у нас определена позиция для нескольких элементов, то flow задает именно порядок их заполнения. Например, в гриде у нас есть сетка 3 на 4 элемента, и они будут располагаться в одном случае, например, сначала заполняться по вертикали, то есть 4 элемента будет расположено, то есть по вертикали так 1, 2, 3, и на следующей строке первый элемент, в следующей колонке следующий первый элемент, это будет 4. Если мы изменим автофлоу на, соответственно, горизонтальную позицию на row, то тогда будет заполнено, получается, верхний ряд 1, 2, 3, 4. Ну и следующие элементы будут продолжаться с новой строки. То есть такое управление есть как и у флекса, так и у грида. То есть flow есть у обоих типов дисплея. Здесь свойство transition записано правильно. То есть какая у нас есть запись transition? У нас есть запись транзишена, которая определяет следующие параметры. То есть у нас есть
Ну, во-первых, это относится к анимации. Во-вторых, что относится к transition. У нас есть параметр, на который мы можем влиять. Будь то color, будь то width, height, background, еще что-то. То есть это определяет свойства, на которые мы влияем. Продолжительность анимации, то есть 2 секунды, 5 секунд, либо 0,5 секунд. У нас есть тип анимации, то есть он определяет то, сколько, то, в каком виде анимация будет происходить. Это какие-то кривые на графиках, то есть это может быть из, может быть из in, из out, linear, ну и любые другие определители типа анимации. И есть delay, то есть через сколько оно начинает срабатываться. То есть можно сделать задержку, например, начинать ее не с момента клика или хавера, а через определенное время. В данном случае transition записан правильно, все четыре свойства записаны в правильном порядке. Если написать через звездочку color red important, то перебьются все стили, даже те, что записаны онлайн. Да, это верная запись, верное определение, утверждение. И действительно, то есть у нас есть такая вещь, как важность CSS стиля. То есть у нас может быть важность записана через 4, показателя. То есть важность стиля определяется селектором. Что такое важность селектора? Если мы записываем определение в звездочку, то это самая младшая важность, которая определяется через единичку, да? То есть записи меньше существовать не может. Вот. Она же на самом деле еще дополнительный нолик, который как бы не рассматривается. Но звездочка определяет самую меньшую категорию из первого подраздела. Обычный тег типа UL, LIS, PAN, DIF определяет минимальную важность 1, 2, 3, если их несколько, да, UL, LIS, PAN плюс PAN будет, соответственно, определять важность в 4, да? То есть у нас получается есть 4 записи, 4 тега. Мы не обращаем внимания на тип соединителя в селекторе, то есть нам важно именно определение. Вот, в таком случае это будет 4. Что касается более важных свойств, то есть при обычном потоке сверху вниз они будут перебиваться, либо не перебиваться более низкой важностью. Это классы. То есть если мы укажем ли класс Wrapper, то это добавит единицу в новый поток. Если мы сюда добавим какой-нибудь ID-шник типа table, то это определит важность на этом уровне, уже на третьем. То есть то, что записано чисто в тегах, всегда может быть перебито записью класса. То, что записано в классах, всегда может быть перебито записью ID-шника. И все это одновременно может быть перебито инлайном. То есть в таком виде у нас margin будет перебивать все остальные маржины, которые записаны в любой другой записи, и это будет уже четвертый уровень важности. Однако все эти четыре записи могут быть перебиты с помощью свойства important. Даже запись со звездочкой, минимальный в своем значении, имеет приоритет выше, чем любая из этих записей. Вот, поэтому с импортантом всегда надо быть аккуратней, потому что он перевешивает любую запись в этом случае. И, соответственно, с импортантом
вся та же картина, то есть у нас получается звездочка или тег перебивается на более высокий класс, в котором указан important еще более высокий, ID, в котором important еще более высокий, и inline с important вообще выше некуда. То есть в данном случае, да, если записать звездочку color thread important, то перебьются все стили, даже те, что записаны inline. Нет, в транзишн не пропущена запятая. Не перебьется, да? Ну окей. Дано 4 элемента. Ли, у которого обозначен класс, дано 4 элемента ли, и у ли указан nth-child с такой формой записи. Да, действительно, в nth-child мы можем использовать идентификатор n и использовать его в каком-то ключе. Например, 2n, 2 умножить на n, 2 плюс n, либо 1 плюс n и какие-либо другие операторы. Оператор сложения, вычитания, деления, умножения. Но оператор, который появился в ES6 относительно JavaScript, возведение в степень, две звездочки, в CSS не работает. Поэтому в данном случае элементы перекрашиваться не будут, а будет ошибка, которая, ну, ни на что не повлияет, по сути, потому что компилятор CSS не ругается, но выполнено оно тоже не будет. Соответственно, ни один из четырех элементов перекрашен не будет. То есть это неверное утверждение. И последний селектор 1, 2, 3, 4, записанный в таком виде, и селектор 1, 3, 4 и 2, 3, 4 выберут одинаковые элементы. Нет, на самом деле не выберут, потому что если у нас в одном теге будет встречаться, например, два класса, то, соответственно, с двумя классами этот тег выберется, а здесь с двумя классами не выберется. О, точнее, тоже выберется, но выберется оба раза. Но при этом, если у нас есть селектор, в котором записано по одному из этих классов, то оно выберется только во втором случае. В первом он будет требовать, чтобы одновременно два этих элемента он содержал одновременно два класса. Таким образом, родитель, который имеет один класс one или один класс two, будет выбран. В первом случае нет, только если одновременно будет класс one и two в одном теге. Поэтому это тоже неверный ответ. В transition запятой. Да, это тоже верная запись, но и без запятой тоже верная запись. Ай. Так. Но, как видим, стайл, который на OL, не срабатывает. То есть Red перебивает даже инлайновый стиль. Да, хорошо. Вопрос, что будет 6 числа на код Jam Markup. Соответственно, это будет прикольный ивент, где в течение дня, в течение 6 часов, вы с нуля будете писать какую-то страницу, и по окончании 6 часов должны будете ее засубмитить как решение. И, то есть, не будет дедлайна там типа неделя на выполнение таска, да, он не будет проверяться в течение этого времени. Смысл этого формата в том, что будет выдан таск, который вы будете делать в течение короткого времени и сабмитить в тот же день.
То есть неважно, ну, насколько вы хорошо его сделаете, главное сдать по окончании этого джема. Верстка таблицами не актуальна. И вообще таблицами сейчас никто не верстает, забудьте об этом. Да, использовать Flex или Grid правильно. БМ использовать вообще можно использовать. Конкретно в вашем проекте зависит от проекта. Чисто HTML и CSS, честно говоря, я уже давно не видел. Вот, но подозреваю, что он существует. Задание использовать будем на ваше усмотрение. Bootstrap. Я думаю, что посчитайте правильные условия, там все будет написано. Чем умеешь, тем и делай. В задании, которое будет на джеме, да. То есть там будет скорее определяться действительно скорость выполнения в рамках заданных условий. То есть все, что определяется в условиях, то и надо делать. То есть если не определено выбор технологии или там метода разметки, то, соответственно, используйте на ваше усмотрение. А вот этого я, кстати, не знаю. Возможно, так и есть. То есть, может, он и до ночи будет. Это вопросы к Диме. Не за что. Спасибо за уточнение про транзишн. Я посмотрю. CSS Transitions, да, можно записью в одно, но есть функции, есть через запятую трансформа, но есть запись через не запятую. Окей. Ну, вообще у Transition 4 свойства определенные. Поэтому он на самом деле не указывает какие-то из них. То есть она должна работать. Transition Width. Окей, давай разберем эту запись. Увидим. Есть у нас Transition, у которого указан Width 2S, Linear 1S. Будет указывать, что width определяется, будет меняться ширина в течение 2 секунд линейным способом через 1 секунду задержки. Да, возможно. Нет, нет, все, я тебя понял, о чем ты говоришь. Да, получается как, то есть линейр 1 секунда. Это тоже определение. И да, в случае, если они записаны непоследовательно, оно тоже будет определять, что, например, linear либо любой другой из указанных типов изменения будет воспринято корректно. То есть, ну, здесь ошибки нету, просто будет два разных транзишена, но по сути будут делать один и тот же эффект. Да. Так, еще вопрос по БЭМ. Немного отменяется стандарт записывать в виде блок элемент модификатор. Эффекты разные. Но ошибку кидать не будет. То есть эффекты разные, но срабатывать будет и в том, и в другом случае. Width определяет параметр, 2 секунды определяет продолжительность, linear тип изменения и 1 единица секунды. Окей.
Так, записывать блок элемент модификатор можно по-разному, то есть, но есть определенный утвержденный стандарт БЭМа, которому все следуют. Там запись через два дефиса и так далее. Ну, я думаю, что это не суть важно. Окей. Если на этом все, то, наверное, я могу что-то показать. Типа, чего я могу показать? Давайте я вот что сейчас включу. Интересно. Немножко статистики. Тестом. Ты. Вот, а именно, наверное, будет самое интересное, это статистика по последним вопросам. Вот, то есть можно посмотреть, какие вопросы зашли хорошо, какие зашли не очень. Я понимаю, были достаточно вопросы, которые спорные. Типа diffwrapper. Но на самом деле, ну, тут определение в том, что один div и один wrapper. То есть это один элемент. Будет дописано уточнение, но по факту, то есть когда мы указываем на элемент, конкретно div, конкретно с классом wrapper, это не два разных элемента. Вот. Ну и последний ответ в том, что у нас было 53 правильных ответа из 320 респонсов. А в случае первого варианта это было лишь 41 из всех правильных ответов. Ну, из всех ответов, которые были вообще использованы. То есть кто-то просто не сдавал. Окей, на этом все. Я думаю, что код Gem будет оцениваться по правильности написания и по количеству выполненного. То есть все будет учитываться в совокупности. На этом всем спасибо. Было приятно с вами пообщаться. До новых встреч. Пока.